Татьяна Бурдакова. Петрович, здравствуйте. Скрутила за одну ночь. Поставили ревматоидный артрит. Ваше мнение, с чего начать восстановление? Спасибо. Смотрите. Вот с чего бы я начал. Скрутила за одну ночь. Это говорит о том, что уже предпосылки давным-давно были. То есть причины, они уже, так сказать, созрели, они уже лежали, они уже были готовы. То есть это все сопутствующие заболевания, Татьяна, которые вы перенесли. И чтобы вот от этого ревматоидного артрита избавиться, ага, что там у вас там было? Были там, допустим, ангины или еще что-то, рябки и так далее, так далее, так далее. Вот это понять, откуда растут ноги. Что все это уже созрело и просто-напросто, знаете, в один прекрасный момент, как вы сказали, в одну ночь вас скрутило. Так, поставили ревматоидный артрит. Угу. С чего начать восстановление? С чего начать восстановление? Восстановление я бы начал, первое, подумал, что за инфекции были, и начал с противопаразитарки и применение, так, противопаразитарка сказал и задумался, а где ее искать? Смотрите, все изложено, все для вас выложено. Знаете, вот так, как на этом самом, на витрине. Смотри, бери и делай. Значит, противопаразитарка, очищение толстого кишечника. Как только очистил толстый кишечник, клизм 10-15 очистительный через день сделал бы. Далее, чистка печени. И я думаю, уже с артритом было бы намного-намного бы лучше. Далее, закрепление идет с помощью питания, разумного питания. И от этого артрита ничего не остается.